все, помаленьку уже двигаемся в направлении... Ой, мухи. В направлении Шри-Ланки. Сейчас будем выходить, я так понял, отсюда с порта. Ну что, пока больше нечего сказать, толком еще ничего не знаю, но я уже погнал на тренировку. Привет, ребята, я валяюсь на беговой дорожке, я сдох, а это мой новый влог, скорее всего, заключительный на этом корабле. Приятного просмотра, друзья! Ребят, ну что, как и обещал, сейчас покажу вам те вещи, которые я с собой беру на 3 месяца в командировку. В принципе, ну, как бы я не буду показывать там трусы, носки, да, я покажу как бы то основное, что мне нужно и без чего, в принципе, нельзя в длительной поездке. Так, ну, начнем по порядку. Здесь у меня как бы раскидан мой хлам. Не буду так как бы укомплектовывать. Поехали, как оно лежит, так и этот. Короче... кроссовки для спорта, это мы берем постоянно, чтобы нормально и комфортно было тренить. Так, дальше у меня здесь лежит вот такая -то подушка, это очень удобно, я не так ее как бы давно приобрел, поездку он всегда хотел, ну, когда долго летаешь, ездишь, ну, вы знаете, короче, очень удобно, в принципе, не так устает шея. Дальше, что у меня здесь, так. Дальше у меня, ну, короче, зарядки, это все понятно, на телефон это стандартно. Дальше лежит у меня вот такое, короче, колесико разборное, я его с собой беру, когда на корабле плохие тренажерные залы, очень выручает, как бы, можно хоть что-то поделать, как-то себя понапрягать. Дальше у меня идут витамины, кальция обязательно с собой беру, это стопудово, короче, рабочие очечи, в которых вахту стою. Самое обычное, как бы ничего заурядного, а бы только солнце не светило, да сильно ветер не задувал. Дальше, давайте пойдем дальше, что у меня здесь. Короче, вот ноут стоит. Без ноута в работе вообще никак. В плане фильмы посмотреть. Ну, короче, скучно без ноута. Кепки. Так, всякие средства, короче, от загара, чтобы на вахте не сгорать. Машинка для стрижки, короче, бороды там, головы, без разницы. Дальше большая сумка, аптечка, сейчас покажу, открою. Такс, это, в принципе, смысл, короче, это от всего там, от живота, от головы, от всего, что только можно придумать, оно там у меня есть. Ну, лучше хай будет под рукой, чем его не будет. Мыльно-брильное, это само собой причиндалы, потом термокруха. Сегодня, кстати, сделал прикольную штуку себе на корабле, вот видите, ту-дум, такая наклеечка, короче, будет теперь знать, чья кружка, и не трогать. Так, MP3-плеер, само собой, MP3-плеер. Так, по секрету, короче, на вахтах тоже иногда, когда не напрягают сильно, можно послушать музыку, но в одно ухо. Потом... я приобрел себе, всегда хотел, такие наушнички.
Это тоже когда именно в движении, как бы там перелеты, поездки, чтобы более качественный звук послушать. Всегда хотел такие наушники себе. Тоже, в принципе, они там недорогие, взял с собой. Так, что еще здесь? Ну, сейчас подучиваю французский. Такие карманные всякие у меня тоже словарики, там разговорники учу. А, вот что я хотел еще этот показать, что необходимо. Это хард-диски. У меня их целых два. Вот этот на терабайт. У меня есть еще на 350 гигабайт. Оба забиты. И забиты в основном литературой, музыкой и фильмами. Ну, то, что в работе развлекает. Беру с собой еще вот мусорные пакеты. Набор мусорных пакетов очень удобно. Не надо париться, там, если какой-то пакет порвался, чтобы было там обувь упаковать или даже на корабле там мусор куда выкидывать было. То есть без напряга очень удобная штука. Дальше, что у меня здесь? А, вот еще что из спортивного вожу с собой скакалочку тоже на случай того, если где-то на плавбазу попадаешь или если, как его, нету тренажерного зала нормально, тоже помогает держать себя в тонусе. А, сейчас, короче, еще покажу. У меня здесь просто на кровати лежит. Так. У меня с собой вот такая вот библия камуфляжная. Тоже периодически читаю. Это еще, наверное, 4 года назад у меня повелось, а так и осталась привычка с собой возить библию, читать. Вот у меня здесь, ой, вот у меня пауэрбанк. Пауэрбанк с собой. Закрою. Да, пауэрбанк очень удобная штука. Советую всем, пофиг на неделю, не на насколько вы бы куда ни ехали. Пауэрбанк очень выручает. И даже не в поездках, даже дома он очень сильно выручает. Под рукой всегда есть электроэнергия для твоего гаджета. И вот последнее, что с собой вожу, это планшетик. Планшетик. Ну, я на нем в основном читаю книги. Иногда скидываю сюда фильмы, чтобы компьютер не таскать с собой до кровати. Если рядом нет удобной тумбочки, где его поставить, скидываю фильмы и смотрю на нем фильмы. Ну, а так, в принципе, книги читаю. Что так, в принципе, ну, в принципе, и все. Из основного, то, что я вам показал, там по мелочевке, этот с собой как бы вещей, футболки, шорты, трусы, носки, как бы это само собой. С запасом тоже люблю так, чтобы оно все было. И даже если я могу за 3 месяца что-то не надеть, не поносить, то в результате пусть будет. В случае, если понадобится, чем если его не будет, когда оно понадобится, опять же. Поэтому все, как и обещал, все показал. Вкратце, по-быстренькому постарались уложиться. Надеюсь, вам это было интересно. И, может быть, кто-то для себя что-то открыл новенькое для того, чтобы брать в поездку. А может быть, нет. Ну, ладно. Жизнь моя, я веду влог. Что хочу, то и показываю. Все, друзья, продолжаем дальше смотреть мой влог. Всем привет! Мы в Бабель-Мандебе проходим его. Что это было? Короче, погодой повезло, сильный ветер, волна. Короче, ну нормально, не пиратская погода, поэтому будем проходить на расслабоне. We'll be right back.
16, Nordic Kong, Папер Мандеп, я и Майк сорвем бассейн на части. Давай, пошел! Хорош! Все пределы, все работают, мы стоим в вахту, матросы пиляют, красят, что-то чистят. Завтра уже выходим с CRTC, с коридора в Аденском, без безопасного коридора. Обойдемся к Отру и дальше уже по прямой на Шри-Ланке, там уже все просто. Можно будет, да, в принципе, сейчас как бы булки особо не напрягаешь, потому что не те уже времена, так сказать, здесь. Не везет вам, ребята, на пиратов, посмотреть, как это все выглядит, нападение этих бандитов, будем так их называть. Ну ничего, мне к лучшему, мне спокойнее, я свою денежку получаю, свою работу делаю, поэтому все нормально. Да, вот так вот, да, Серега, блядь, и работают филиппинцы. Да, говорю, что филиппинцы, я говорю, мочат на вахтах на своих, конечно. Я ни разу не слышал, что кто-то, блядь, из русских так, блядь, себя вел. Ну, наверное, нормально, наверное, говорить. Нормально. Что, ты будешь это, да, не будешь одевать? Ну, может быть, следующий кадр. Сейчас. Нормально? Давай на улице. Да вот эту фотку, может, блядь, без ног. Вот так. Без ног. Теперь вооружаешься. Давай, давай дальше. Так, чё? Двери автоматик. Чё, погнали? Бинокль. Постреляй. Бинокльки, да. Классные фотки, когда, блядь, смотришь в бинокль. На рукаве 4, да, видишь, а там после 3. Ебать. Третий, блядь. Три мати. Парис, блядь, Starboard Side, нахуй, Туз Кинз, блядь, погнал, бай, бай, бай! И говоришь.
Essential crew, essential crew. Today 2100 local time. Ship's clock will be advanced by 1 hour. Advanced by 1 hour. Thank you. General alarm will be tested. Да что вообще именно красавчик, даже не запнулся ни разу. Обновленный бассейн, блядь. Как в лучших домах Лондона, да? И обновленный Максим. И вон с треком идет. А, о. Там в угол забился. Поссать. Ну, в общем, все, ребята, я в аэропорту в Дубае, лечу домой, как и говорили, как и обещали в этой компании, что с ним, ну, только нас вызовут на один транзит, так и получилось, сейчас отправляют нас домой, что дальше, говорят, вызовут обратно быстро, но посмотрим, насколько, поэтому рабочий транзит, рабочее видео на данном видео подходит к концу. И это пока что мой крайний влог. Если дома что-то будет интересное, конечно, сниму, покажу. Но вы знаете, я не любитель этих бытовых моментов, поэтому будем ждать моей следующей отправки в работу. Надеюсь, эта серия влогов вам понравилась. И жду новых подписок, комментариев и пальцев вверх. До встречи, друзья!